полигонных испытаний – это часть Бюро испытаний испытательного центра. Мы являемся официально аккредитованной испытательной лабораторией. Именно Бюро полигонных испытаний проводит испытания непосредственно транспорта. Мы как управляемым, так и при необходимости ездим внутри. В наши обязанности входит в первую очередь получение какой-либо заявки или приказа на транспорт. После этого ведется обсуждение, продумывание возможностей испытания. Но дальше проходят сами испытания, или если они по какой-либо технической причине невозможны, то значит наша задача объяснить тому, кто нам эту задачу дал, что определение этих параметров невозможно или технически бессмысленно. Наша работа — это динамика, мы никогда не знаем ни где, ни во сколько закончится наш рабочий день. Это всегда сюрприз, это всегда что-то непредсказуемое. Ну, к тому же, это пока мы проводим типовые задачи, да, это что-то стандартное. Периодически появляются, скажем, исследовательские испытания. Исследовательские испытания целиком и полностью зависят от фантазии конструктора, который дал заявку на определение каких-либо параметров. Мы утром приезжаем на СКТБ, и дальше, или у нас уже есть какая-то конкретная долгосрочная задача, мы точно знаем, чем мы будем заниматься. Допустим, там если какие-то типовые испытания проходят, то мы точно знаем, каким транспортом мы работаем, где мы работаем. Бывают какие-то внезапные задачи, то есть с учетом того, что у нас есть испытательное оборудование, бывает такое, что в процессе доработок нас просят в цеху замерить какой-либо параметр и просто вот сразу сказать, соответствует, не соответствует. Бывает, что мы можем работать, допустим, в связке с бюро стендовых испытаний. Тогда все задачи выполняются в их помещении или на разрывной машине, или, собственно, в здании, где располагаются стенды и их оборудование. У нас бывает, естественно, очень много гостей, они все разнообразные. Бывают какие-то делегации просто ознакомительные, когда люди приезжают посмотреть, поудивляться. И они очень эмоционально реагируют на транспорт, они танцуют, поют, кричат, радуются, обнимаются с этим транспортом. Бывают, к нам приезжают какие-либо профессора или технические специалисты, они выражают свои эмоции гораздо более сдержанно. С уверенностью можно сказать, что транспорт точно производит впечатление. Работа не может быть мужской или женской. С работой нужно совпасть. Я со своей работой совпала, она меня устраивает.